Вот. И они составляют сочетание. А у нас вы часто встречаетесь такое сочетание. Жираф, черепаха. Жираф сильный, быстрый, да. А черепаха медленная. Снабы, но зато умные. И они составляют сочетание и помогают друг другу. Так, а у нас, да, а у нас, то... А у нас вот такая традиция, обучая. Мы трогаем на грудь, жураф, а потом на голову. Черепаха. Это нам принесут и здоровье, и счастье, и удачи, и наше богатство. Ну, вот так. Много денег, то вот придумайте, что с ними есть. Деньги больше. Да. Ну вы поговорите, если... Винички. This one is waterproof and it can last for very long. And the same thing you see in some temples and pagodas. At this center, это Конфуция, статуя Конфуция, а направо и налево его четыре лучших ученика. А после его смерти, то ученики его продолжали его дело. Это как? Это борьба за добро и справедливость. Вот тут в центре, то как на небо. Черепаха с золотым покрытием. Джанан один мастер и бадарин музея, как бадарок. А вот я вам расскажу, что у нас черепаха, это то, священное, священное, да, очень священное животное. И мы очень уважаем. Да. Мы говорим, не черепаха, а мы говорим, господин черепаха. Не так просто черепаха. Да, очень совершенно. Но у нас такое большое противоречие. Господин черепаха, это уважение, хорошее. Но с одной стороны, мы не будем суд с черепахой. Никогда мы не едем суд с черепахой. Никакого черепаха, господин. Да, да. Ну так, да, никогда. Thank you.
Сейчас мы смотрели литературный музей Вьетнама и первый университет.